А в топ-5 срочно перемещаются вот эти парни со Но звездочкой вот на груди. Вот они эмоции того, что ты понимаешь, что были так с мейджора. Кстати... <laughs> Рустем написал, что мы в финале. Я не сплю. <смех> <смех> Для Рустема это первый большой финал. Для Хоббита, естественно, Дося. Я не помню, когда он последний раз доходил до финалов таких крупных ивентов. Было ли это в 1.6. Уже, наверное, Леша лучше вспомнить. Адрен впервые за 12 лет доходит до финала чемпионата мира. Последний раз на ВЦГ 2004-2005. Мы уже да, с Лешей не вспомнили. Source. Вот, в CS Source еще. То есть, ну, Зевс единственный человек, который имеет опыт таких больших матчей, и мы очень надеемся, что все-таки он сможет с третьей попытки реально. выиграть финал мейджор. Ну, вы сами видите эти он, эмоции. А он реально это сделает, он реально этот твит превратит в реальность. Как это возможно, я не понимаю, Можно но Зевс это делает. Это круто, это круто, он это, он это делает, да. Он третий раз, кстати, выбивает э, этот датский состав.